В день рождения церкви в Ульяновске на территории сквера духовности Спасо-Вознесенского кафедрального собора прошли народные гуляния. Поздравить ульяновцев с праздником приехал губернатор Сергей Морозов. Искренне хочу вас поздравить с этим замечательным праздником и пожелать вам замечательного отдыха, потому что таким праздником мы как бы возвращаем свои традиции опять в нашу повседневную жизнь. С праздником! Счастья! Процветания вам и вашим семьям! В мероприятии приняли участие различные вокальные и танцевальные коллективы области. Организованы различные выставки и мастер-классы ульяновских ремесленников. Большой праздник для сердца и души. Уже не первый год участвуем в этом мероприятии. Мы очень рады. И детей в этом году очень много. Вместе мы выступаем. Нам очень это нравится. Это светлый праздник. Это для души это очень хорошо. Ветки березы, как символ обновления души, в этот день украшали дома и храмы, а девушки заплетали венки и косы. И даже ветреная погода не могла испортить настроение гостям. Мероприятие замечательное, участвуют все районы нашего города. Столько много ансамблей, столько много культуры нашей русской, православной, святой нашего народа. Так что я счастлива и желаю здоровья всем, всем здоровья и мира. Именно в этот день, 50-й день после воскрешения Христа, на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который символизирует триединство Бога. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.